На данный момент зона чрезвычайной ситуации разделена на участки, назначены руководители, которые координируют целый комплекс задач по восстановлению инфраструктуры. Глава МЧС России распорядился усилить группировку сил и средств в Лазаревском районе, чтобы минимизировать риски возникновения повторных подтоплений и обеспечить расчистку русел рек. По словам Владимира Пучкова, все задействованные силы продолжают работать в Сочи. Кроме того, в Краснодарский край будут направлены дополнительные подразделения ведомства.